Дорогие друзья, сегодня, 12 сентября 2014 года, Харьковская общественная иллюстрационная палата, организованная более чем 30 общественными организациями, объединениями, профессиональными бизнес-ассоциациями Харькова и Харьковской области, приступает к своей непосредственной работе. Сегодня мы рассылаем 11 первых иллюстрационных заявлений руководителям органов публичной власти Харькова и Харьковской области. Уважаемые руководители органов государственной власти, Харьковская общественная иллюстрационная палата предлагает вам продемонстрировать на практике свою приверженность тем идеалам и ценностям, которые поднудили людей свергнуть преступный режим Януковича, и пройти самостоятельно, а также рекомендовать своим подчиненным пройти процедуру общественной иллюстрации в Харьковской общественной иллюстрационной палате. Акцентирую ваше внимание, что точно такие же письма, которые получили вы, получат руководители ваших министерств и ведомств. Мы надеемся на взаимопонимание. Просим вас в течение 10 дней с момента заполнения иллюстрационных заявлений направить их на адрес Харьковской общественной иллюстрационной палаты. Надеемся на понимание. С правилами проведения процедуры общественной иллюстрации вы можете ознакомиться на сайте Харьковской общественной иллюстрационной палаты. Кроме этого, каждый представитель публичной власти, который хочет пройти такую процедуру добровольно, может это сделать самостоятельно. Ждем ли мы понимания от руководителей органов власти Харькова и Харьковской области? Безусловно, ждем. Мы уверены в том, что у них хватит политической и личной воли продемонстрировать обществу готовность жить по-новому и чувствовать себя частью этого самого гражданского общества. Голові Харківської обласної державної адміністрації, начальнику Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, прокурору Харківської області, начальнику Головного управління Державного агентства земельних ресурсів у Харківській області, голові Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, начальнику Державної фінансової інспекції в Харківській області, голові територіального управління Державної екологічної інспекції України в Харківській області, начальнику Головного управління юстиції в Харківській області, начальнику територіального управління Державної судової адміністрації України в Харківській області, начальнику Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області. Thank you.